Всем привет! Вчера мы хотели с подругой снять видео, но не получилось, потому что мы, как обычно, выпили. Нет, не прям, чтобы там прям срач. Нет, мы выпили мало, но мы хотели снять видео, но потом, когда мы выпили, получается, мы уже ничего не хотели, но нам было хорошо. И да, мы ничего не сняли, хотя мы хотели. У нас даже было две идеи, точнее, моих две идеи, но мы их не воплотили. Поэтому сегодня я решил снять влог. Не знаю, кому это будет интересно или нет, но вот сейчас... По-моему, сколько, 8 или сколько утра? 8:30 утра. Я сейчас иду в парикмахерскую, потому что я хочу постричься. Я надеюсь, это будет нормальная стрижка, а не как обычно. Потому что где я не стригусь, меня постоянно стригут кусками волосы. Как-то не знаю, каким образом. Как это получается? Руки и жопы просто реально постригли, как кобылу. Получается, у меня стрижка, как знаете, как у батюшки с фильмов. С американских кинофильмах такая черная кофта. Такая тут такая челка так зализана наверх. Это было очень стильно и позитивно. Да. Надеюсь, меня сейчас машина не расхерачит об асфальт, поэтому нужно быстрее ходить, потому что я машины боюсь. Ситуация жизни. Иду я, значит, через зебру. Горит зеленый свет, тупо иду, и тут машина пролетает. Ну, не знаю, сантиметров может 10 от лица. Я стою только перепуганный, не знаю, что делать, и после этого я боюсь ходить по пешеходным переходам. И плюс до этого еще, это просто живу в маленьком городе, и здесь маленькие как бы переходы. Я не знаю, что будет в большом городе. В большом городе просто, наверное, нормальные светофоры, и там водитель не едет, когда человек идет. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь, потому что все-таки хочется большой город. Знаете, и хочется, и колется. Ой, собака. Я вышел с салона, и я хочу сказать, это было шикарно, просто шикарно. У этой девушки, ее, по-моему, да не по-моему, я просто взял номер телефона. Да? Зовут Марина, и у нее реально просто божественные золотые руки. Стригла волосы, знаете, такой как релакс, массаж, это просто реально. Я обожаю просто массаж головы, я бы за это душу дьяволу продал, за ежедневный массаж головы. Поэтому, да, для меня это было очень круто. И, кстати, я постригли, надеюсь, норм, если вам видно, конечно. Но я просто... У меня раньше была такая стрижка, но потом почему-то начал опять отращивать волосы. Хотел сделать, чтобы как прическа, как она называется, undercut, или как она там называется, что получается, когда бока сбриты, а вверх, получается, зачесываешь, ну, то есть зачесываешь назад или на бок, это получается... Как бы было стильно. И, короче, я надеюсь, эта стрижка мне идет. Напишите, пожалуйста, что вы думаете о ней в комментариях. И да, я сейчас понимаю, что я выгляжу как китаец, потому что я жмурюсь. Потому что, да, в моем любимом городе у тебя очки на лето. И поэтому, да, мне нужно так ходить, я так щурюсь постоянно. Кстати, я к этому уже как-то привык, но просто реально у меня глаза, не знаю, или то ли стали чувствительные, то ли были чувствительны к свету. Я постоянно, или если выхожу куда-нибудь, ну, то есть с дома, например, на улицу, и там очень светло, то есть солнце, получается, мне сразу начинаю жмуриться, и, блин, реально, оно вообще некрасиво смотрится, это раз, во-вторых, оно влияет. Кстати, я думаю, это все из-за того, что целое лето проходило без очков, подождите. Пакет между ног. Это очень стильно. Кстати, вот тенек, наконец-то, смотрите, если вам будет видно. Я просто хочу посмотреть, чтобы вы следили как бы со всех сторон стрижку. Надеюсь, она будет норма. Кстати, вот это на сзади выглядит. Это гараж. Это очень стильный гараж, да. И я думаю, она норм, потому что как бы мне нравится. И да. И да. Где мой пакет? Между ног. Где же ему все быть? И, кстати, да, как самый ненормальный человек, вообще это нужно говорить как бы в начале видео, особенно первое видео, но я скажу это в конце, середине, не знаю, как это назвать. Короче, меня зовут Влад. Привет. И да, я решил завести свой YouTube-канал. Я честно вам буду говорить, потому что все говорят, типа, все, вот мне это бесит, все блогеры говорят, типа, вот я начал канал, потому что мне это так нравится. Не, ну понятное дело, что это нравится, но чуть женщина не врезалась в женщину, нет. Мне это тоже нравится. Мне вот именно, знаете, нравится сам процесс съемки, а потом монтажа. Но да, вернемся к этому.
к чему вернемся? Короче, вернемся к тому, что я влог. И мне реально бесит, когда все блогеры говорят, типа, я начал вести свой YouTube канал, потому что мне это так нравится. Мне нужна эта популярность, мне нужны деньги. Нихера это неправда. Ну, блин, сами подумайте, какой человек будет сидеть по 2 часа снимать видео, потом по 8 часов его монтировать, чтобы просто оно было в интернете. Ну это же бред. Ну, понятное дело, что если будут просмотры, если будут лайки, подписки, это какой-то стимул. А просто я не хочу так делать, я просто сразу признаюсь, потому что, ну, я сам этого не люблю, я хочу как бы быть, как сказал Саша Шапик, самый искренний видеоблогер. Ну, конечно, это место же занято Шапиком, поэтому я просто буду искренний видеоблогер. Я признаюсь честно, я завожу канал просто как бы для запечатления своей жизни, которая она была до достижения целей. Прений. Три причины. Это деньги, это, конечно, популярность и какое-то построение характера, то ли как-то, я не знаю, как назвать. Короче, уверенность. Я просто хочу благодаря этому каналу получить уверенность в себе, в своих силах, в том, что уверенность в своих действиях, уверенность в том, что если что-то буду делать ради достижения своих целей, то все-таки я надеюсь, я добьюсь всего, чего я запланировал. И да, моя жизнь не пройдет попусту. И поэтому, да, если вам показалось, если вам показалось, что я какой-то, не знаю, слишком самоуверенный, какой-то слишком пафосный, не знаю, может быть, они на самом деле такие есть, но я постараюсь в следующих видео просто показать именно какой я человек, показать, что у меня внутри, показать как бы свои интересы. Потому что мне кажется, на YouTube этого не хватает. На YouTube есть челленджи разные, вызов принят, челлендж, вызов принят. Господи, какое многословное, нет. Но получается, на YouTube есть челленджи, какие-то разные теги, но просто я посудил, кому будет интересно какой-то смотреть тег. Да, челлендж какой-то веселый, прикольный, можно было снять. Просто для этого нужно времени. Для этого нужно время. А я слишком занятый человек, да. И поэтому переселение народов. И поэтому, да. Ну, конечно, это все будет, если вы захотите, то это будут и влоги, и челленджи, точнее, влог сейчас он идет. Нет, дальше будут и влоги. Если это видео посмотрит хоть кто-нибудь, если кому-то это видео понравится, то да, понятное дело, что я буду снимать. Дальше будут интереснее видео, потому что как бы это первое видео, пробное. Я надеюсь, оно будет. Я не знаю, какое оно будет, я надеюсь, его кто-нибудь посмотрит. Вот честно признаюсь, я не знаю, будет ли кто-то меня смотреть, хотя я этого очень хочу, потому что есть лучшая подруга, но просто я с ней всем делюсь, и вот кроме нее у меня никого нет, именно, ну как, с друзей. А для меня YouTube это еще новое знакомство, новые возможности и новые, хочу друзья, да, будете мои друзья. Влог был о всем, и о прическе, и о блогерах, и о моей цели на YouTube. И, короче, не знаю, что с этого получится, но как-то хотелось все, сразу то, что говорил, вложить все в одно видео, в первое видео, чтобы как бы сложилось хоть какое-нибудь представление обо мне как о человеке, как о личности. И да, если вам хоть чуть-чуть понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень-очень-очень приятно. За лайки я промолчу, потому что, ну, блин, какие лайки на этом видео? Ну, вы сами понимаете, первое видео, пробное. Но я не хочу, кстати, делать акцент на том, что это первое видео, оправдываться как-то. Ну да, не было никакой идеи первой, просто влог, просто какой-то кусок жизни, просто видео ни о чем, я это понимаю. Но просто мне хотелось как-то хоть как-нибудь начать. Если оно мне в дальнейшем не понравится, я просто его удалю с канала, и поэтому и по поводу первого видео я не парюсь, честно. Ну, потому что, не знаю. Хотелось, конечно, сделать что-то лучше, но получилось то, что получилось. И правда, пишите в комментариях ваше мнение по поводу прически. И пишите, пожалуйста, еще тоже, что вы думаете обо мне. Именно несколько слов, то, что вы думаете. Просто мне будет очень реально... Какие-то между ног опять.
Мне будет очень приятно услышать, просто прочитать то, что думают люди обо мне. Просто у меня такого никогда не было. Ну, именно, что как бы, ну, друзья, знакомые, это понятно. А именно, чтобы как бы публика как критиковала как-то, не знаю, что говорила по поводу именно меня как человека. Не просто, знаете, как на фотках, что фотки, да, но красивые, нормальные, симпатичные фотки. Просто как бы лицо нормальное такое, мне кажется, надеюсь. Но, по крайней мере, без прыщей. Это главное, что-то. И, короче, в итоге, я надеюсь, я с этих кусков, которые получились по 2, по 3 минуты, по 1,5 минуты, слеплю хоть какой-нибудь влог, потому что это же, ну это же трындец, ничего не получается. Какой это нахер влог? Как пошел стричься? В итоге пошел стричься, рассказал про блогеров, рассказал про себя немножко, это в середине видео, как какое-то, я не знаю, видео представление, стрижка. Короче, все. Если вам было хоть чуть-чуть интересно, подписывайтесь еще раз, я повторюсь, на мой канал. Мне это будет очень приятно. И до встречи в новом видео. Пока!